Выпрямленная вверх нога напоминает шею и голову цапли, а также пик высокой горы. Отсюда и название. Эту осану уже не назвать базовой, она несколько сложнее. Но и эффект у нее соответствующий. Помимо того, что она отлично вытягивает все мышцы, она обладает несколькими важными свойствами. Досмотрите до конца, вы должны это знать. Прямо сейчас подпишитесь на наш канал, вы не пожалеете. А самый классный комментарий попадет в следующий выпуск. Вас увидят тысячи. Противопоказания. В период критических дней у женщин и травмы коленей, щиколоток. Польза. За счет мягкого массажа кишечника и внутренних органов улучшает кровообращение в органах малого таза и в брюшной области, способствуя пищеварению. Тонизирует почки, приводит в баланс гормональный фон организма, что очень важно для женщин. Укрепляет мышцы вдоль позвоночника, особенно в области поясничного отдела. Растягивает мышцы бедер, подколенные сухожилия, коленные и тазобедренные суставы. Полезно при варикозе и отечности ног. Ставьте лайк, если вас тоже иногда побаливают ноги. Главное – не отчаиваться. Техника выполнения. Примите положение сидя с выпрямленными вперед ногами. Одну ногу необходимо согнуть в коленном суставе и отвести назад стопу. Опустите переднюю часть стопы так, чтобы пальцы ноги были направлены назад, а пятка была рядом с бедром. Попробуйте соединить колени, если это не вызывает болезненных ощущений в суставах ног. Сделайте глубокий вдох и на выдохе, согнув другую ногу, выполните захват стопы двумя руками и осторожно вытягивайте ногу вертикально вверх. Задержитесь на 5-7 дыхательных циклов, затем опустите вытянутую ногу и осторожно вытяните другую. При невозможности выполнить захват руками за стопу и удерживать ногу прямо, опустите захват рук на щиколотку или голень. Напишите в комментариях, вы будете пробовать данную позу. Нам важно знать. Важные моменты. Плечи опущены вниз и отведены назад, не зажимают шею. Помните, во время всей практики лицо полностью расслаблено. Мягко толкайте поясницу вперед для оформления естественного прогиба в позвоночнике. После осаны выполните компенсацию в виде хорошей растяжки. А видео по растяжке можете посмотреть в нашей подсказке. Она высветилась справа вверху. Нажимайте. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, ставьте лайки и смотрите наши предыдущие ролики. Хорошего настроения, до скорого!